последние дни войны принимает в Кремле Георгий Константинович Жукова, идет примерно такая вот беседа. Георгий Константинович, когда вы планируете совершить разгром немецко-фашистской Германии? Да вот, Иосиф Виссарионович, планируем примерно 20 мая. Хорошо, но поздно. Хотелось бы, чтобы вы разгромили немцев 1 мая, международному празднику трудящихся всего мира. Сложная задача, Иосиф Виссарионович, но постараемся справиться. Хорошо, идите, товарищ Жуков. Жуков вышел в приемную со словами: вот сука усатая, а. Это услышал Берия. Лаврентий Павлович тут же стукнул вождю. Говорит, там приемная. Жуков сказал: сука усатая. Лаврентий, верни Жукова. Георгий Константинович, что вы сказали приемной? А что я сказал приемной? Ну, вы вспомните, что вы сказали приемной. Ну, я сказал: сука усатая. Кого вы имели в виду? Кого? Гитлера, конечно. А Вилла Павлович. Идите, Георгий Константинович, идите. Лаврентий, а ты кого имел в виду, а?